Женщина. Вот в новом фильме, кстати, Тодоровского, я думаю, надвое уже все так или иначе большую часть посмотрели. Вот эта виолончелистка – это тот самый тип. Она же любит его, но она не может не изменять ему с каждым встречей. Но она так устроена. Но зато, когда он к ней возвращается, в конце концов, не чувствует счастья, приходит к ней и говорит, все, вот давай, вот мы, не буду спойлерить, что он ей говорит. Это тип, которого раньше у Тодоровского не было, но который он ловил. Очень печально, что, скажу, морально оправдали. Ну, просто вот она такая.